Модернизация оборудования, франшизы, гранты – это лишь малая часть мер поддержки бизнеса. Декабрь – время подводить итоги. Одинцовский округ в этом году сохранил высокие результаты реализации программ для предпринимателей. 9561 человек получили новые рабочие места. По итогам этого года только за счет средств областного бюджета на гранты и на субсидии подано 87 заявок от одинцовских предпринимателей. Из них 51 заявка была одобрена, и наши предприниматели получили более 60 миллионов рублей по всем видам конкурсов. Частный бизнес медицинских и образовательных центров активно развивается. У Галины Выдумкиной несколько учреждений дополнительного образования. Уже не первый год она получает субсидии и поддержку администрации. Мы смогли купить в Одинцово помещение под центр. И мы его заполнили не только детьми, но и рабочими местами. И нам тесно. Аренда или покупка новых помещений на льготных условиях сможет решить эту проблему. Предпринимателям необходимо составить подробный план, локация, размер будущего места. Те помещения, которые есть у них, и в дальнейшем они будут продавать или сдавать в аренду, здесь мы сможем, я уверен, отработать вопрос серьезной скидки. Либо на продажу, либо на аренду. И сразу об этом застройщикам еще в период строительства будем говорить. В этом году поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства составила 20 миллионов рублей. Прием заявок на участие в конкурсном отборе. На получение субсидий принимали в электронной форме. Победителями были признаны 11 предпринимателей округа. Такие встречи проводятся регулярно. Они проходят в формате живого общения и обратной связи. Уже в начале 2024 года бизнес-сообщество соберется вновь. Карина Еряшева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».